Около 15 тысяч человек в районе – люди пенсионного возраста. Подавляющее их большинство – творцы истории нашей страны и бывшего СССР. Многие сегодня в гуще общественной жизни. Они знают цену единства народа, ведь многие помнят, как поднимали страну из послевоенных руин. Сегодня во всем мире отмечают День пожилых людей. Это день наших дедушек и бабушек. Это день наших ветеранов труда. Поэтому сегодня мне от районного исполнительного комитета, от районного совета депутатов хочется поблагодарить и высказать слова огромной благодарности и признательности людям старшего поколения. Именно благодаря их самоотверженному труду, мудрости и отношению к жизни, благодаря их любви к родной земле, к родной малой нашей родине, мы, молодое поколение, теперь живем под мирным небом. У нас созданы условия для того, чтобы жить, работать и растить людей. Хочется всем пожелать крепкого-крепкого здоровья, любви, уважения, близких и родных людей. И, конечно же, мира, добра, всего самого светлого, что есть на нашей земле. И пусть наши бабушки, дедушки, ветераны труда будут счастливы. Они заслужили трудом праздник на каждый день, но официально в мире установлен День пожилых людей 1 октября. Отметили его и в нашем районе. Несмотря на ненастную погоду, в городском парке собралось много людей, причем как пожилых, так и молодых. Пусть пройдет молва, усилится и гуляет.